Если вооруженный конфликт между Россией и НАТО когда-нибудь произойдет, то начнется он здесь, в Сувалкском коридоре. По крайней мере, так говорят в Литве. С одной стороны Беларусь, с другой – Калининградская область. Узкая полоска в 65 километров. Молниеносная операция, и Литва, Латвия и Эстония полностью отрезаны от Евросоюза и НАТО. О возможном нападении со стороны России в Литве говорят регулярно. Уже 2 года, как снова введен обязательный призыв в армию. Издаются книги о вооруженном и ненасильственном сопротивлении гражданам. Населения оккупантам. Даже специальную методичку для учителей подготовили, по которой в школах теперь рассказывают, кто именно Литве угрожает и как от этого защититься. В нее входят как теоретические знания, так и определенные ссылки и советы, как можно применить знания о защите и обороне государства. Эта книга приспособлена для педагогов любых предметов. Подобные брошюры для Литвы совсем не новинка. Только Минобороны выпустила 3 подобных сборника. В них минимум дипломатических формулировок. Из текста ясно понятно, подобная подготовка населения – это сигнал России. В первой части больше информации о действиях России в различных регионах и, в частности, в Украине. Указаны формы как гражданского сопротивления, так и помощи бойцам. Вторая часть содержит советы по сбору и передаче информации на оккупированной территории. Следующая часть информирует о способах выживания и ориентирования в полевых условиях. Книга издана, чтобы помочь народу Литвы подготовиться к защите своего государства и показать потенциальному врагу или агрессору, что на каждом шагу он встретит серьезно. Сопротивление. Думаю, это средство должно заставить агрессора отказаться от желания пересечь границы Литвы. Ни одна армия не защитила государство за счет одних лишь профессиональных военных. Всегда свой вклад в победу вносят и граждане. Говорили сегодня на специальной парламентской конференции, куда поделиться опытом прибыли и представители Украины. В рассматриваемом проекте стратегии национальной безопасности Литвы огромное влияние уделено вовлечению гражданских лиц в оборону государства. Стимулировать это можно разными способами. Оккупация Крыма дала толчок, и наши добровольцы, простые люди, пресса, стали активнее в этом вопросе. Несмотря на откровенный посыл властей, простые жители пока не сильно переживают из-за возможного военного конфликта. Насчет угрозы независимости Литвы на самом деле не сильно чувствуется эта угроза. Да, пресса говорит как зарубежная, так и местная. Однако неизвестно, насколько поменяются взгляды России. Чтобы вот так чувствовал, то этого нет. Но когда существуют вызывающие действия крупных государств, то, конечно, на них нужно осмысленно реагировать. А так как Литва входит в НАТО, нужно реагировать совместно. А паниковать, кричать, что нас завоюют, этого делать не стоит. Лично я угрозы не чувствую. Но когда почитаешь в интернете, послушаешь о том, что происходит с обеих сторон, то да. В самой Литве как раз в эти дни проходят масштабные учения 9 стран НАТО «Железный меч». В них задействовано 4000 солдат. Опасения литовских политиков усиливаются из-за стремительного наращивания военной группировки в Калининградской области, куда на днях доставили береговые ракетные комплексы «Бастион». Они способны уничтожить морские и наземные цели в радиусе 350-450 километров. А значит, опасается в Литве, Балтийское море будет полностью закрыто для военной помощи со стороны НАТО. К слову, от Калининграда до центра Вильнюса, где сегодня прошел военный парад в честь Дня Литовской армии, по прямой 300 километров. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Вильнюс, Литва.